Телекомпания «Золотой хлеб» представляет. В эфир «Капитал Шоу», значит, необычно, как подойти со зрительного зала. Я приглашаю уйдут первую тройку игроков. Первая тройка. Уйдут! Я тебя как обложку от диска. Я у тебя как ты свои трусы. Несы все вместе. Итак, за фаноном посредничный первой тройки игроков. Валерий, Ирина, Ярослав, Анна, Насенко. Пидорас, гмаги. Инж Петухов, город Петухов. И Эмма Гарджаня, город Новый. Поговорим сегодня о том, что нам так дорого и близко. Длинный, тяжелый прутик из сплава бронзы с медью. Совершенно непригодно. Петр Сергеевич, это ваши сестры? Да. У них в руках хуйные. Они что будут делать? Сосать. Потрясающе. Рекламная пауза. За щекой не помещаются. И вновь выплюнуй, и вновь выплюнуй. Бандит. Лекарственные травы из Узбекистана выйдут. Так что у вас есть время, пока она до вас идет. Ну. Мне похуй, блядь. Я плюшки курю, нахуй. Мне похуй, так же, как и вы. Идите нахуй! Не, хуйня! Давай по новой. Леонид Аркадьевич. Что хуйня? И вновь в эфире «Капитал Шоу». Вот задание на второй. Куда вы, девушки? Не сунули. Карман. Карман. Очень хорошо. Куда вы, не сунули? Оно бы неплохо, но вы поймите, это проволока, проволочка. Писатель женский. Вытекает как раз из того места. Пизда. Абсолютно точно. И перед нами металл. Из «Капитал Шоу». Союзник Нелёк. Ну, Иван Владимирович, расскажите нам про маму, потому что всегда интересно, кто это стоит за барабаном «Поле чудес». Рассказывай. Мою маму зовут... Люд. Так. Какой на блюде? Работает она на наливной станции завхозом. А что это такое наливная станция? Там пиздеют. Дин. А вы приехали сюда в костюме, чтобы чем нас порадовать? Вы что будете сейчас исполнять? Петь песню. Я счастлив. Давай. Ничего на свете лучше нету, чем ебать твою планету. Тем, кто не страшны тревоги, эти уроги всегда в дороге. Мы прощаемся с вами ровно одну неделю. Бог и вам столько лет рядом жить.